Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 425. Составление выражения по условию задачи с буквенными данными. Запишите ответ на вопрос задачи в виде выражения. В магазин завезли целый килограммов яблок. Их продали за 3 дня. В первый день было продано А килограмма, во второй Б килограмма. Сколько килограммов яблок было продано в третий день? А. Прибавить Б. Столько килограммов яблок продали за первые 2 дня. Второе действие. С. Минус А плюс Б. Столько килограммов яблок продали в третий день. Ответ. С. Минус А плюс Б. Это и будет наше выражение, по которому мы узнаем, сколько килограммов яблок было продано в третий день. Задача Б. В вагоне электрички ехало X человек. На остановке вышло Y человек, а Z человек вошло. Сколько человек оказалось в вагоне после остановки? X минус Y. Столько человек осталось в вагоне после того, как оттуда вышло Y человек. X минус Y, а затем добавить Z. Столько человек оказалось в вагоне после остановки. Ответ. X минус Y плюс Z. Это выражение показывает, сколько человек оказалось в вагоне после остановки, когда в нее Z человек вошло. Задание В. У Коли было M марок. На день рождения мама подарила ему еще N марок, а через неделю P марок он подарил другу Пете. Сколько марок осталось у Коли? Первым действием мы к M прибавим N. Тем самым мы узнаем, сколько марок стало у Коли после дня рождения. Затем m плюс n отнимем p. Столько марок осталось у Коли после того, когда он сделал подарок другу Пете. Ответ m плюс n минус p. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.